Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Обрети же истину! Я не держу на тебя зла! Оказался, брат мой, ты не в той части города. Разве я не говорил искать церковь? Стань на путь истинный, пока не поздно. Mm-hmm.
Внимание! В крови обнаружено ОВИ. Положение критическое. Пациент при смерти. Состояние ухудшилось. Thank you.
А, вот и ты! Наконец-то! Я сейчас подниму к тебе люльку. Подожди немного. Терпение, брат мой. Держись, брат. Обнаружен тяжелый перелом. Еще немного, брат. Давай, брат, залезай в люльку. Ручник, брат, сними его и спускайся. Молю, никогда не отвращай свой свет. Внимай мне и расставляй ловушки моим врагам, когда я прошу помощи. Приветствую тебя, брат. Наконец-то мы встретились. Хвала тебе за то, что смог избежать моих ловушек. Они сделаны человеком, у которого когда-то было много времени, а теперь нет его ни на что, кроме спасения. Я вижу, ты не желаешь оставаться в Ревенхолме. Давай я провожу тебя к шахтам. А что до меня? Пастух должен быть со своим стадом. Особенно, когда стадо стало непослушным. Следуй за мной, брат. И ступай легче, ибо это священная земля. Сюда, брат мой! Сюда, брат мой! Сюда, брат мой! Держись ближе, брат мой. Сюда, брат мой. Быстрее, брат мой. Идите к свету, что я несу. Идите! Не я влеку вас, но свет, что сияет во мне.
Дети мои, это я! Следуй за мной! Быстрее, брат мой! Исцелю тебя, дитя мое! Поторопись, пока я держу ворота! Иди быстрее! Прощай, брат! Боюсь, что отправляю тебя в темное место! Да осветит твой путь светлейший свет! Спаси же свою душу! Обнаружен тяжелый перелом. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен. Обнаружен тяжелый перелом.
Положение критическое. Пациент при смерти. Обнаружены легкие ранения. Внимание! Крови обнаружено ОВИ. Положение критическое. Пациент при смерти. Состояние ухудшилось. Требуется медпомощь. Обнаружены легкие ранения.
обнаружена ОВИ. Система жизнеобеспечения включена. Морфий введен.
Система жизнеобеспечения включена. Сектор 1-2. Заражен. Ложись, ложись. Доспехи. Внимание, граната.
Контакт. Контакт. 1-9. Есть контакт. Сектор опасности. Уинстона подбили. Подлатай его, станет лучше, выйди его отсюда. Гордон Фриман, у тебя получилось. Мы говорили с Алекс. Посмотрю, смогу ли я связаться снова. За мной. Сюда, доктор Фриман. 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 Это Леон, у нас все чисто. И здесь Гордон Фриман. Доктор Фриман, вы шутите? Я была на связи с Алекс. Они схватили ее отца. Сюда, доктор Фриман. Без Илая Венса нет освобождения. Алекс, это Леон. И со мной Гордон Фриман. Гордон, ты прошел через Ревенхольм. Слава богу. Мне нужна помощь. Они захватили моего отца. Его увезли в Новопроспект. Вартигонты выследили корабль, на котором отправили его и Джудит Мосман. Я должна поехать туда, пока еще поезда ходят. Вот тут-то ты и вступаешь в игру, Гордон. Мне нужно, чтобы ты пробрался по берегу до Новопроспект. Раньше это была тюрьма строгого режима, а сейчас кое-что похуже. Но я все же думаю, что легче пробраться туда, чем выбраться оттуда. Ты хочешь, чтобы он шел по берегу? Он не продержится. Скоро вылупятся муравьиные львы. Поэтому я и звоню, Леон. Я надеялась, что ты сохранил внедорожник, который мы оставили тем летом. Ну, тот, на который отец навесил там. Да, хорошая идея. Подожди. Норика, выводи багги и припаркуй его. Поведет Гордон Фриман. Хорошо. Я установила ящик с боеприпасами сзади.
Как раз вовремя? Окей, Алекс, мы готовы. Спасибо, Леон. Гордон, я не ездила по берегу больше года, но у меня нет причин полагать, что там стало безопаснее. Ищи меня на станции, где разгружают поезда. Береги себя. Увидимся в Новый Проспект. Пока. Пока, Алекс. Окей, док, перед дорогой тебе нужно запастись аптечками, патронами, проверить карту, посмотреть, куда идти. Если поможет, в машине ящик с боеприпасами. Будь в машине, используй гидранты и не будешь уступать муравьиным львам. Я сообщу на базу о твоем прибытии. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Мы помним Фримана. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Берег вызывает НЛО. Берег вызывает новую Малую Одессу. Одесса, как слышно? Здравствуйте, доктор Фриман. Машина готова. Запрыгивайте, я опущу вас на пляж.
Фриман, вы не сможете дойти пешком. Возвращайтесь наверх в машину. Машина на причале. Машина готова.